Здравствуйте, меня зовут Мурашева Любовь. Я являюсь улан-басы Константиновской основной школы. Семья Грицаевых живут вдвоем. Им тяжело выполнять физическую работу, и поэтому мы решили им помочь. Мы от лица Константиновской основной школы посетили крупное предприятие «Олжаса Чайковская». Нам продемонстрировали возможность аналитической и цифровой системы или переработки сельскохозяйственной продукции. «Олжаса Чайковская» – одно из крупных производителей молока, которое существует уже более 10 лет. Наша школа работает по всем 8 направлениям «Жас-Улан». Ребята из волонтерского отряда «Мынжаса» и «Жас-Улановцы» благотворительную помощь решили оказать семье Лазаревич. Николай Степанович Лазаревич – один из воспитанных двоих детей – Светлану и Максима. Дети окружены заботой и любовью отца. Успешная учеба и уважительное отношение к взрослым, доброжелательность – все эти качества прививает Николай Степанович. Герой нашего следующего сюжета свои 78 лет демонстрирует чудеса физической формы. Рудничанин Салимов Каирбай Салимович буквально не замечая годы занимается спортом и многим молодым еще даст фору. Чтобы узнать о том, как желание быть сильным и здоровым побеждает возраст, мы отправимся к спортсмену и узнаем лично. Как и когда вы начали заниматься спортом? Я почти всю жизнь занимался, но вот последние 30 лет я уже окончательно, даже 32 года получается. День спортсмена начинается задолго до рассвета. Как и у всех спортсменов, утро начинается с зарядки. Ты? Да-да, ты? Просто не сори на улице, и город станет чище. Жеміз толы бақша бау, ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан, барлық ұлттың баласы достығымыз жарасқан. Каждый понедельник в школе проводится собрание президентов класса. Мы подводим итоги предыдущих недель, распределяем обязанности и решаем вопросы предстоящей недели.